Беларусь сегодня понесла невосполнимую трату. Не стало легенды белорусского театра, народного артиста Беларуси и СССР Ростислава Янковского. Актер ушел из жизни сегодня утром. Ему было 86. Соболезнования родным и близким Ростислава Янковского выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. Старший из рода Янковских, несмотря на солидный возраст, он жил по программе «Максимум», не жалея ни душевных, ни физических сил. Каждая его новая работа была событием на сцене театра имени Максима Горького. Его безумно любили зрители, восхваляли критики и превозносили режиссеры. За время творческой карьеры Ростиславу Ивановичу поступали предложения из ведущих театров Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Нижнего Новгорода. Но из Беларуси он никуда не уехал. На Минской горьковской сцене Янковский служил без малого 60 лет. «Правда хорошо, а счастье лучше», «Паника Ханку», «Горе от ума». Здесь он прожил и сыграл под 200 образов. От эпизода до ролей царей, королей и баронов. А еще были десятки киноролей, которые миллионы зрителей назовут любимыми. За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Янковский был награжден орденом и медалью Франциска Скорины, премией президента Беларуси за духовное возрождение, а в апреле стал единственным иностранным лауреатом премии «Золотая маска». Почему он не летит?